Всем привет! Вы на канале FMN. Подписывайтесь на наш канал. Сегодня мы будем делать обзор Лего Техник, аналог Лего, настоящего Лего, оригинального. И у нас на обзоре вот такой грузовик, который на пульте даже, да? Да, мне нравится. Давай посмотрим, что это такое и насколько он качественный, чтобы понимать, надо покупать такой, либо не или стоит. Настоящий такой. Да. Вот у него в наборе идет вот такая цеплялка, как настоящая, только она прозрачная, для китайского. Все. Поднимается кабина, там двери открываются, вот это открывается, поднимается кузов. Вон там сбоку покажи, какое большое колесо. Вот такое большое колесо. Вот такое огромное колесо будет, да, с Левин кулак. И вообще, по-моему, он как? Больше будет. Пока... Он, наверное, ширина вот такая, а высота вот такая. Вот такой где-то, да, будет. Ну что, давай смотреть? Давай. Ужас. Вот такие там машины есть. Вот это корпус сам, моторчик. И вот. Это пульт? Да. Ага, ну что, давай пакеты открывай. Ну вот сзади что будет. Вот колеса. Вот колесо одно вот такое будет. Мягкое оно, да? Хорошее колесо, как в настоящем Лего. Вот такая платформа, на нее будут крепиться колеса, да, на ступицы вот эти. Только еще диски, ребятки. Вот и диски наши. Давайте их цепим сразу. Вот такое колесо будет. Давай, не до конца засуну. Прочно? Угу. Вот такое вот большое колесо. На нем даже надписи есть. Вот так вот. Такое мягкое. Диск очень хорошо сделанный, пластик очень ровный, такой как настоящий, с отблеском. Давайте посмотрим дальше. Пап, сделай мне. Это вот такая основа, на которую цепляются колеса. Тут вот специальное крепление для Лего. Тут батарейки будут. Это регулировка вправо-лево колес, чтобы она ехала прямо машины. Здесь такой мотор, здесь мотор для поворотов. Такая основа. Давай, что там еще есть? Вот это для кузова, кажется. Смотрите, вот такие вот пакеты, на них вот тут написано фирма CADA. Детали вот такие вот панели, как в настоящем Лего Техник. В комплекте вот такой, вот такие вот блок батареек, тут вот зарядка от USB, вот это все вставляется в основу, заряжается и будет ездить. Вот такой пульт, который тоже вот сюда вставляются рычажки, которые состоят из Лего, здесь вот включается, выключается, здесь открывается, здесь такая платформа, чтобы крепилась детали Лего, и вот здесь тоже можно крепить детали Лего. Ну все, можем собирать. Давай собирать. Вот такая инструкция. Вот такая инструкция. В комплекте вот такие вот наклейки. И наклейки вот такие на кузов и везде. Здесь. Давай покажем инструкцию. Какая инструкция, насколько понятная она. Вот такая инструкция, как в оригинальном Лего, только на одной странице собрано сразу несколько шагов. Ну, видимо, мы долго будем собирать, поэтому быстрой перемотки сейчас соберем. Вот мы немножко собрали вот машину чуть-чуть. Конструктор хороший, собирается их хорошо, чуть-чуть трудно собирается. Ну, вставляются вот эти вот фишечки, вставляются немножко тяжеловато, но пластик очень хороший, почти один в один как Лего.
даже не почти, а очень похожи. И если не приглядываться, то, наверное, не отличить будет. Соединяется все качественно. Вот детали очень хорошо вылиты из пластика. Нигде никаких зазубрин, ничего не торчит. Вот любую деталь берем. И вот можем даже показать, как соединяется. То есть берем детальку, вставляем, защелкиваем. Берем любую другую, вставляем, и все соединяется, все крутится. Все очень хорошо. Нам очень нравится конструктор, продолжаем собирать. Смотрите дальше, когда мы соберем весь набор. Вот мы собрали вот такую машину на пульте, грузовик. Давай посмотрим, какой он получился. Расскажи, Лев, какой и насколько качественно собиралась, как легко понравилось тебе собирать? И были какие-нибудь сложности или нет? Ну, были сложности, что они сильно не отцепляются, сильно прицепляются. Тяжело расцепить? Да. Но это и хорошо, чтобы она, машина не развалилась, да? А так бывают такие лего китайские. Берешь человечка, он не присоединяется, машина не разваливается. Да, что-нибудь отвалится и будет неинтересно играть. Здесь очень прочно держатся все детальки, ничего не отсоединяется. И нужно приложить усилия, чтобы расцепить детали. Ну, давай. Я могу показать. Есть вот такие два сиденья, здесь вот такой штучки нет, потому что эта штучка, там прицеплять человечка можно. Вот на такую штучку. Специальные крепления для человечков, да, на сиденье? Да, есть еще такой руль. И руль поворачивается. Но мне не нравится, что он поворачивается. Очень странно, что руль поворачивается, но ничего не. Зато интересная руль. Ну вот еще крутится. Да. Покажи, как дверь открывается, как вот. Кабина и кузов поднимается. Вот кабина вот так вот, просто ее снова держишь. Вот эта палка, вот она держит вот эту кабину, а то вот выше что было. Вот. Она бы сломалась здесь. Да, если бы крепления не было, то кабина бы не держалась и отваливалась. Есть еще вот такие штучки. Когда вот это делаешь, ее так задвигаешь. Но я не делаю, потому что там мне туго отстегнуть. Вот эти красные вот фиксаторы, они фиксируют кабину и кузов. Но они тяжело вытаскиваются, Леве тяжело. Из-за этого он, когда играет ей, он их не застегивает. Давай покажи, как кузов открывается. Вот здесь вот рычажок есть, ты его поворачиваешь в эту сторону, вот в эту, и он поднимается. Вот такая вот конструкция движущая. Тут там специальные такие штырьки стоят, чтобы в другую сторону не переворачивалось, да? Вот это вот. А то было вот так вот. Да, и кузов бы складывался, а в обратную сторону. Давай покажи сзади, как сзади у кузова держится задний борт. Вот это вот отстегиваешь, потому что вот это, с этими она не может отстегнуться. Для вот это убираешь, вот так вот открывается. Сейчас мы покажем. Вот так вот он поднимается. Так, поднимается, задний борт открывается, да? Да. Для того, чтобы выгружать. Есть еще вот такие вот колеса большие, мне понравились. Покажи еще, как задняя подвеска работает. Вот. Да, еще сзади есть подвеска, мягкая такая. Вот когда очень много такую коробку лего складываешь, он вот так вот делается, не может тащить. Да, ехать тяжело ему. Лучше этого не делать, это сломается. Батарейки разрядятся. Да, сильно. Вот такой пульт сзади можно открывать, только надо болтик раскрутить. Такие рычажки, туда вставляешь черненькую детальку и вот сюда вот рычажку. Вот здесь можно человечка посадить. В комплекте были аккумуляторы, вот такие вот. И хватает минут на 25-30 игры. У него вот такие стекляшки. Вместо фар у него такие детальки стеклянные, желтые. Такие. Получается, что как будто настоящие фары. Смотрите, как по полу, как она ездит. Будем ездить, пробовать, как она. Пойдем катать? Пошли.
Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал Лев Мэн. Ставьте лайки, пишите в комментариях, нравится этот набор или нет. Также, как мы уже говорили в первом видео, выбирайте на сайте, ссылка будет в описании к этому видео. Выбирайте конструктор, пишите нам в комментариях, и мы сделаем на него обзор. Всем пока-пока. До скорой встречи. Да. А что у тебя на руке красное? Да, это фломастер. Пока-пока.